creeping around like no one knows. Think you're so criminal. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Ребята, вы знаете, что организаторы не могут покупать себе бомберы, там, блокнотики и всякую вот такую раздатку? Это ужасно. И это первое. Второе. Мой тайный друг, если ты меня сейчас слышишь, пожалуйста, я очень хочу пауэрбанк, он стоит 120 просветов. И да. Все. Мой тайный друг, пожалуйста, подари мне что-нибудь, ты мне ничего не даришь. Ислам, умоляю, зайди в лавку и подари мне на день рождения эту толстовку, я тебя умоляю! Мой прекрасный председатель не дал мне рекомендацию, мне не хватило одного балла. Но в этом году он дал мне рекомендацию, но поселил в бывший чертов туалет! А там сыро, мокро и не вздохнуть. Переселите меня, пожалуйста. Спасибо Кучукову Ильдару. Лучший председатель. Любим тебя. Вы знаете, я сегодня хочу пожаловаться на наших видеографов. Они меня вообще не снимают. Как будто бы меня нет на этом форуме. Я вообще не понимаю. Ляна сказала, говорите в истеричной, только теплые вещи о просвете. Теплые вещи... В биологическом нет тепла, откуда мне взять теплые вещи? А представьте, если вы упадете с двухъярусной кровати. Я думал, я привяжу себя к чертям, буду так спать. А еще я... Мне ночью показалось, что мне сказали, типа, Томурзаев, мы тебя переселяем. Я встал ночью, я собрал все свои вещи, выхожу в коридор и смотрю, кажется, меня... обманули. Через 15 минут захожу обратно, ложусь спать. И мне казалось, что это сон на самом деле. А утром Артур говорит, какого черта ты ночью с вещами входила? Короче, это ваши недочеты. Мое сознание захотело переселиться само, представляете? Обмануло хозяина. Ну, я, наверное, не буду говорить про то, что заселилась только сейчас, вот.
Просто понимаете, я человек, который любит поесть. Короче, у меня украли персики. Не просто персики. Персики еще были с кексами. И плюс еще вода. Вода, бог с ним. Но персики, кто бы ты ни был, знай, это будет на твоей совести. Я очень рада попала, что это в комнату, потому что мне нужно излить свои мысли. Я считаю, что просвет является маленькой, как я сказала, моделью общества, где все строится по своим законам. И теперь кто-то просто обманул и сказал организаторам, что им не выдали просветы, хотя это было не так. И из-за них люди, которые не получили просветы за посещение лекции, остались без просветов. 10% мало, но копейка рубль бережет. Вот, я этим ужасно недовольна. Я недовольна, что сегодня пошел дождь, потому что у нас будет скоро багровый туман. Я не хочу бегать по грязи, потому что я боюсь упасть. Ладно, это не совсем страшно. Люди, будьте добрее и честнее, пожалуйста.